Финальные игры турнира по волейболу среди школьников Наринмара прошли в детско-юношеском центре «Лидер». Соревнования проходили при поддержке предприятия «Башнефть-Полюс». Победители и призеров отметили наградами и ценными призами. А лучшие игроки приняли участие в товарищеском матче между сборными «Нефтяников» и окружной администрации. Ольга Руссул продолжит. Юный спортсмен Илья Шульман играет в волейбол уже 4 года. К интенсивным тренировкам привык. Делится планами на будущее. Когда вырастет, станет тренером волейбольной команды. Скажи, как ваша команда сегодня отыграла? Очень хорошо. Вы победили? Да. Как удалось победить? Что вы делали для того, чтобы достичь победы? Ну, старались. Да. Подавали. Принимали. И все. В городских соревнованиях среди школьников Нарьинмара команда Ильи «Лидер» завоевала золото. Среди команд девочек лучшая команда с тем же названием «Лидер». Одна из ее участниц, София Остродумова, результатом довольна, но считает, что они выложились не на все 100%. Нам еще надо потренировать подачи хорошие, нападающие. В командной игры, чтобы вместе играть там. Говорить во время игры, кто принимает, кто там этот, ну, нападает. Потому что без этого мы бы проиграли вообще. 8 команд и 96 участников. Соревнования по волейболу получились массовыми и зрелищными. Глава региона Юрий Бездудный и генеральный директор компании «Башнефть-Полюс» наградили команды победителей. Медали и ценные подарки, многофункциональные смарт-часы получили все участники соревнований. Обратите внимание, у нас вот в третьей школе два зала прекрасных появилось. Как только появились эти залы, сборная команда третьей школы стала побеждать. Появляются залы, появляются нормальные условия для занятий, и все, и ребята играют. Поэтому я считаю, чем больше спортивных залов, тем лучше. После награждения товарищеский матч. На волейбольной площадке встретились команды администрации Ненецкого округа и «Нефтяники». Лучшие игроки турнира от детских команд дополнили взрослый состав и ничем не уступали старшим товарищам. В итоге сборные выиграли по одному сету. А в третьем игровом отрезке окружная администрация взяла верх со счетом 11-9. Ольга Руссул, Антон Водряков, телеканал «Север».